Здравствуйте! Вы смотрите программу «Детский экополис». Несмотря на увлечение телевизионных программ, я все чаще вижу, как дети бросают фантики и обертки от конфет и прочий мусор прямо на газон. Большинство подростков очень жестоко относятся к представителям фауны. Лягушкам, ящерицам и дождевым червям. Мы с ребятами предположили, что узнав о необходимости защиты флоры и фауны, надо защищать их представителей. Мы расскажем своим друзьям, а их друзья расскажут другим друзьям. И все будут знать, что надо постоять за экологию и защиту окружающей среды. Ребята нашего класса составили список своих экологических подвигов. Родился братик, и он подрос, и мы его начали кормить питанием. Каким питанием? Это из банок. И нам стало жалко баночки выбрасывать. И мы начали оставлять, и у нас накопилось очень много баночек. И мы открыли интернет, хотели посмотреть, куда можно сдать эти баночки. И оказалось, что в Одинцово нету пунктов приема, куда можно сдать баночки, только в Москве. Баночки сделаны из песка, из воды, из денег наших, всего из государства наших денег. И мы хотели отвезти баночки, чтобы еще раз использовать их на переработку. Провели соцопрос жителей города Одинцово. И мы их спросили, а вы знаете, куда отвезти баночки? Что вы делаете с ними? А многие нам ответили, то, что мы не знаем, куда деть наши баночки стеклянные. Я надеюсь, что в Одинцово тоже будут пункты приема, куда можно сдать баночки. У всех детей есть электронные и интерактивные игрушки. Если они интерактивные, то это не значит, что внутри их нету батареек. Поэтому дети просят выбросить взрослых батарейки, и чтобы они купили новые, потому что игрушки, они разряжаются, так сказать. Вот. И вот мы их выбрасываем где-нибудь на природе. Вот. И поэтому, если мы их выбросим около куста, то они очень глубоко уйдут под землю. И куст будет начинать вянуть. Вот. И если потом на это же место выбросить еще побольше батареек и посадить около этих батареек кусты,
они тоже завянут. Поэтому не выбрасывайте батарейки на природу. Мы с мамой 2 года собираем батарейки. И вот что у нас получилось. У нас накопилось очень много батареек, даже еще больше. Ребята, не выбрасывайте батарейки, это очень вредно для природы. Я сам написал стихотворение на экологическую тему. Берегите воду, пожалуйста, загрязнение надо всем, но мы так часто забываем, чему обязаны людей. Давайте вместе дружно встанем за экологию детей. Мы так красивый мир оставим своим потомкам на земле. Александровной в классе все лепим эко-город. Эко-город – это значит экологический город. Это вот такой маленький садик и озеро. Сад, в этом саду есть детский садик и 2 дерева. В одном из этих деревьев есть гнездо. И тут сидит голубь с яичком. И в этом гнезде есть яички. Мы каждую весну ходим на субботники и убираемся около школы. Мы хотим, чтобы Одинцово было чистое. Приходит сказка, снег как чистый лист. В разноцветных красках искупалась кисть. Сами начинают руки рисовать, ведь талант не спрятать и не потерять. Может, творчество мое вызовет сомненье, только не справляюсь я с этим вдохновением.
такую акцию. Защита бездомных собак. Мы поразвесили по школе плакаты. Вот. И мы выступали по классам, рассказывали про нашу акцию. На наши отзывы откликнулось много людей. Вот. И они приносили в наш класс овсянку. И мы отправляли эту овсянку бездомным собакам. Ребята, не забывайте, что человек собаке друг. Человек собаке друг. Человек собаке друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Оу! И на кошек ноль внимания. Вот это воспитание! Я сделала такой проект. Это такой мини-парк. В нем нельзя ни сорить, ничего, ни курить. Сюда приходят люди отдохнуть. Мы с нашим руководителем Анной Александровной решили посадить дубы желуди. И мы посадили его на улицу. А ваше дерево растет на нашей планете? Обращаюсь ко всем жителям всего мира, чтобы они не ломали леса. Сейчас я вам расскажу про волшебную силу воды. Вода видит, слышит и ощущает. Мы провели один любопытный эксперимент. Взяли два цветка и каждый день в течение 2 недель говорили: первому цветку «Ты самый лучший, спасибо». А второму «Ты самый ужасный». Вот что мы получили. Эти кристаллы – молекулы воды. Вот эти кристаллы вот, хорошие слова говорили. «Спасибо», «Душа», «Любовь». А этому «Ты мне противен». И он такой плохой стал. Надо говорить только хорошие слова, чтобы в нас было вот такие же чистые кристаллы, красивые формы. Ребята, давайте говорить только добрые, хорошие слова. Oh,
наш класс может помочь сохранению природы. Известно, что для производства бумаги в мире ежегодно вырубается более 125 миллионов деревьев. Каждый год наш класс участвует в сборе макулатуры. В этом году мы собрали 295 килограмм. То есть мы спасли целых 5 больших деревьев от вырубки. Помочь природе можем мы сами. Есть лишняя бумага, остались ненужные коробки от телевизора. Подумайте, сколько бумаги можете сдать лично вы и сделайте первый шаг к спасению мира. Сегодня в библиотеке у нас открыта Книжкина больница. Сегодня в нашей библиотеке проводится Книжкина больница в рамках той же самой экологической акции «Спаси дерево» по сбору макулатуры. Ребята заклеивают книжки, поскольку их жалко выбрасывать. Старые газеты и журналы мы можем выбросить или сделать из них какие-то поделки. А книги выбрасывать жалко. Книги поколениями живут в домашних библиотеках. В нашей школе эта акция «Книжкина больница» проводится периодически. На ней помощники библиотекаря Света, Лена, Катя, еще одна Катя постоянно проводят такие мастер-классы по заклеиванию книг и журналов, поскольку в библиотеке книги и журналы пользуются большим спросом и приходят в негодность быстрее, чем книги в домашней библиотеке. Поэтому мы учим детей заклеивать книги, почищать их, если там что-то было нарисовано, и содержать книги в идеальном порядке. Вот дети сами себе помогают, и наши журналы читаются постоянно, они в хорошем состоянии. Мы устраиваем на базе библиотеки разные мероприятия, участвуем в Книжкиной неделе, в неделе детской книги, и проводятся у нас различные мероприятия, для, в основном для учеников начальных классов, которых мы знакомим с книгами, знакомим с писателями. И мои девочки, мои помощники всегда мне в этом помогают. Мы вместе придумываем что-то интересное для детей и показываем их или обучаем чему-то. Правильное питание – одно из важных условий здорового образа жизни, необходимо для роста и развития ребенка. С пищей мы получаем энергию, полезные вещества, в том числе и витамины. Для нормальной жизнедеятельности необходимо определенное количество жиров, белков и углеводов. Ведь от того, что мы едим, и зависит наше здоровье. Очень много полезных белков, жиров и витаминов содержится в яйцах. Мы решили завести кур, чтобы ежедневно получать свежие яйца и угощать знакомых полезным и необходимым продуктом. Вот посмотрите, какое замечательное яичко я вырастила. Если случится с тобой что-нибудь, вдруг, знай, что тебе может радость вернуть. Друг, мир похож на цветной лук. Если рядом с тобой друг, дружбе всюду открыт путь. Дружбе верим всегда путь. Все знают, что существует и экология человека. Нужно мыть руки после прогулки, умываться, чистить зубы утром и вечером. Некоторые люди сами подводят свое здоровье. Очень часто они приходят домой после прогулки и, не мыв руки, садятся за еду. И так образовываются микробы. Некоторые люди вообще не понимают, что это очень вредно, и продолжают делать так дальше. Нельзя допускать таких ошибок, ведь это очень важно. А еще существует экология души человека. Ведь каждый раз, когда человек говорит плохое слово, это к нему возвращается, и он сам разрушает свою душу. Не делайте таких ошибок, это очень важно.
я бы хотел бы поговорить с вами об экологии человеческой души. Я каждую неделю по средам провожу музыкальные среды. Я знакомлю свой класс с классическим и современной музыкой. Я считаю, что человек, который будет слушать музыку, не сможет говорить плохие слова, совершать плохие поступки. Музыка делает человека добрее, лучше, разделяет с ним и горе, и счастье. Я жил на Чикино. Вот я редко выглядывал и видел, что такие были большие пробки. Вот потом вот прошло несколько дней, и пробки растянулись вот до куда. Потом построили вот платную дорогу. При этом движение стало очень быстрым. Теперь мы дышим чистым воздухом. Давным-давно.